Иван Камышев о своем поступке рассказывает скромно. Зашел в банк в Норском за наличными. Дальше события развивались стремительно. Потом вылетает он, мне пистолет к виску, вот всем лежать. И ну я ему говорю, давай я тогда сейчас свои деньги сниму. Вот, ну я говорю, ну у меня сумма маленькая там. 30 тысяч рублей. Именно такую сумму забрал грабитель в маске с пистолетом в руках. Точнее, снял со сберегательной книжки Ивана. Это подтверждают и сотрудники банка. С его счета он дал разрешение. 4 человека было заложников под дулом пистолета. С денежным уловом преступник был таков. Теперь его ищет полиция. А вот деньги Ивану сотрудники банка пока не вернули. Мать пострадавшего сетует. Деньги на сберкнижке молодого человека были на лечение. У парня вторая группа инвалидности. Пришла, значит, к сотрудникам банка и спрашиваю: товарищи, почему вы решили распорядиться его деньгами? Ребенок инвалид. Не надо было, мол, отдавать свои деньги. Я говорю, а как же нужно поступить было в этой ситуации, когда у человека над головой находился, у висков находился, находилось оружие? Уже сегодня в банке нас заверили, ущерб возместят в течение 3-4 дней. Но это лишь минимум. Подобные поступки стоят дороже денег. Но я решил сам. Чтобы никого, никто не пострадал. Светлана Доброхотова, Олег Лушников и Александр Лисицын. День в событиях.